Так, я могу тут что-то поджечь. О, твою мать, ты чё охренел? Ты... Ой, господи, как я испугался. И добро пожаловать, ребятки. У нас сегодня будет очень интересный инди-ужастик под названием Evil Kid. Злой ребенок. Короче, в принципе, погнали. Нашел я его в Play Market, этот мод. Значит, что тут у нас есть? Что это? Окей, имя, давай-ка вобьем свое имя. Так, все, имечко я написал. The One Cat, короче, в принципе, тут у нас есть режим призрака. Easy, Normal и Hard. Выбираем Easy. Ну, ребенок, понятно, слышит тебя не так хорошо. У тебя там есть побольше времени. И туда-сюда. Скин. Evil стандарт. А в смысле, тут можно будет менять скины или что? Ладно, в принципе, погнали. Так, я должен сбежать. Ты-ты-ты. Из какой-то старой комнаты, что-то, короче, день первый. Окей, не успел я там что-то прочитать. Офигеть. И в какой-то мы жопе просыпаемся. Ну, шикарненько просто. Офигеть, я где оказался? В пенумбре, что ли? Офигеть. Ладно, в принципе, сейчас настроим управление, и я быстренько вернусь. Так, все, я поднастроил. Так, короче, у нас есть какая-то миска. Какое-то ведро, я так понимаю, для кое-каких дел. И жестко обосранный матрас, и стены в том числе. Погнали. Всем приветик. Что это? Батарейка, хорошо, сейчас клавишу дро поднастрою. Ага, все. Так, что это у нас тут? Книжечки всякие. Так, довольно-таки игра интересно сделана. Не, знаете, не как не говнисто, я скажу. Игра реально четко сделана. Знаете, есть тонкость какая-то. Так, окей, лошадка. Так, шкафчик, погоди. Можем нормально? Да, можем нормально спрятаться в шкафчике. Все дела. Хорошо. Значит, мы нашли батарейку. Вау. Офигеть. Так, окей, что дальше? Без куски одежды, либо кусок тряпки, чего-то такое. Так, лошадиная голова, ребят. Упс. Офигеть. Я пошумел по-жесткому. Сейчас, наверное, кто-то сюда придет. Помните эту голову? Мы снимали игру Sinister Age, и там надо было разгадывать загадку. То есть нам надо было правильно повернуть лошадиные головы в таком порядке, чтобы получить ключ. Так вот, я так понимаю, на этом же движке сделана игра, так как все хорошо вообще крутится, шикарно. И там же взята оттуда же эта голова, окей. Такие крутые часы, окей. Че, вообще хорошо, мы ползаем, в принципе. Так, что мы еще имеем? Так, в инди-ужастиках закрываем обязательно за собой дверь. Washing machine, что это? Фронт, блин, не знаю. Какая-то музыка. Так, я не могу, тут нет воды, либо что-то, окей. Этот туалет не смывается, ну хорошо. Великолепно, тубзик не смывается, это не работает. Так, а вот это меня заинтересовало. Дельце, офигеть. Тихо. Мне кажется, либо я слышу что-то, либо что-то. Так, room door key. Хорошо, давай возьмем. Room door key. Так как, смотри, ключ может что-то открыть, а батарея ничего не откроет. Это задолбался с батарейкой Duracell ходить. Так, окей. Значит, что это? Тут можем встать нормально, походить. Как бы это такая сейф-зонка или что? Блин, это двинь. Ну, я не знаю, пока такая тишина. Похорош? Тихо. Тихо. Такой же звук был. О! Тихо. Офигеть!
Воу-воу-воу-воу-воу. Приветик, приветик. О, в смысле ты меня удолбал? Я же там стоял, я думал, ты меня не убьешь. Так, день второй. Так, надо, можно отравить еду. Написано, окей. Как бы подсказки даются какие-то определенные. Окей, значит, нас удолбали хорошенько. Притом были там. То есть нас бабка Грэнни вот за эти такими делами не трогает. А тут уже нас трогают нафиг. Хорошо. Значит, короче, к нему лучше вообще его тупо не трогать, этого чувака, как бы он есть, потому что, смотри, я... Блин, что такое? Так, что такое с этим управлением? Короче, как бы у нас есть... Как бы я вот тут стоял, и он меня убил. Вообще интересное дельце, просто шикарное. Тихо. По-хорошему, по-хорошему. Вот я из этой штуки вообще ни хера не вижу, просто это ужас какой-то. Сидел, короче, и слышал, как тут ходили. Так, значит, мы погремели хорошенько так. Сейчас, значит, должны туда подойти. А мы тем временем аккуратно идем обследовать эту охренительную территорию. Тихо. Так, значит что? У нас тут кухня есть. На кухне всегда много... Гамбургер? Вообще интересно. Это что? Поварёшка? Ну, либо это как его? Не помню, как называется. Так. Это тут ничего, ни хренашечки не открывается. Так, я могу тут что-то поджечь. О, твою мать, ты чё? Ты чё охренел? Ты... Ой, господи, как я испугался. День третий. Короче, я просто офигел, как он сзади подошел так тихо. Просто это тихо было, жестко. Фух. Так, окей. Значит, все с тобой ясненько. Окей, хорошо. Кстати-ка. Давай-ка попробуем вот эту дверцу приоткрыть либо. Мне нужен ключ. Так вот он ключ. Вот он ключ, ребята. Доркей, все. В смысле, это не отсюда? Где, а это что? Так, окей, мы тут не сможем ничего открыть. Блин, управление под... Так, ну он где-то ходит. Так, рукоятка. Бля. Ой, мать вашу, все. Сейчас он прибежит, этот дурак, сюда. Фух, господи. Нам бы пройти бы вот в ту комнатушку и посмотреть, что там. Он идет куда-то в другую. Так, тихо, походу пришел. Сейчас мы сразу быстренько это проверим. Я слышу, где-то двери открываются, но не здесь. Давай-ка вот тут тогда пошумим. Идемте-ка туда. Закрой. What? Чё это там? Ой, привет. Замороженный клоун? Бред какой-то. Вау. Тихо. Блин, ребят, я вообще... Я куда-то зашел в какую-то Вообще куда-то зашел вообще прям... Ёб твою мать. Чё у тебя тут вообще за дичь творится? Так, это дверь под электричеством. То есть я ее не могу открыть, я... Скорее всего, мы... Мы сможем ее открыть, если тут что-то... Так, мне надо найти либо... Господи. Тут открыто, блин. Вообще я не понимаю, что в смысле? Что надо делать? Я охреневаю просто. А, мы можем вот так спрятаться, окей. Фух. Вот это мы хорошо нычку нашли. Окей, значит там какой... Что мы сейчас сделали? Тихо. Мы что-то увидели... Вот этот психопат ходит. Тихо. Ходит.
ходит и колобродит просто. Ходит, колобродит. Смотри. Вот так закроем. И спустимся сюда. У нас, значит, ключик есть, непонятно от чего. И что мы еще имеем? Тут вообще что-то вообще капец. Так, тут тоже нужен ключ. Тут вообще от ружья, то есть... Мы этого мелкого можем... И вот он гуляет. Вот он там гуляет. Хоть бы сюда не зашел. Тихо. Вообще непонятно, что делать тут в этой игре, просто... Я понимаю, это как бабка Грейни, разгадывать надо загадки, но... Блин, тут много всего непонятного, особенно вот этот замороженный хрен. Ой, все. Нас спалили, ребята. Нас спалили просто по-шикардозному. Но мы его сейчас обманем. Потому что он ходит как-то медлительно. Так, вот тут ничего такое. Тут надо делать-то с тобой. Так, он и тут прошелся, и там прошелся. И глобус. Кстати, глобус чем-то напоминает этот из Мистера Мита. Короче, ребятки, не знаю, что мне тут делать. Я думаю, пока закончим на этом игру. Ну, реально, игра, конечно, страшно нервная. То есть, смотри, я думаю, мы на этом закончим. Так что подписывайтесь, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно жмякай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так что на этом все. Увидимся, услышимся. Пока-пока.